Друзья, всем привет! С вами снова я, канал Коммун Руси. Жить хорошо. Сегодня чувствую себя получше. В принципе, вчера мне начало легчать. Кто не знает, я болею коронавирусом. Вот. И сегодня, так как мне стало полегче чуть-чуть, я не целый день лежу, решил записать очередной видосик на старую тему. Это военные вещи, которыми я торгую. Не больно давно, кстати, начал опять заниматься. Я долго ничего не продавал. Ну, сами знаете, коронавирус, проблемы были с отправками, с получениями и так далее. Вот. За это время подкупил я немного касок немецких. Ну, и так по мелочи. Вот сегодня хотел вам показать один из самых моих плохих вариантов каски. Вот такая вот касочка. Это М35. В принципе, убитая. Но есть одно но. Здесь вот сзади, даже видно, вот. Здесь осталась подпись владельца. Вот. Эту каску купил я за 500, по-моему, рублей. Вот, отмочил ее в щавелевой кислоте, потому что были они совсем ушатанные в глине. А у меня один знакомый занимается капониной, и вот у него я это и приобрел. Но на eBay отлетит она где-то долларов за 30-40 баксов точно. Вот, единственный вопрос времени. Также есть более интересные варианты. Все сегодня каски будут, это М35. Ну что ж, друзья, переходим ко второй касочке. Вот такой вот мощной, крепкой, довольно увесистой. Но опять же, здесь она хорошо подржавела, как и все они. Вот. И замачивал, когда я в щавелевой кислоте. По-моему, по 2 раза или по 3 раза, но больше не стал, потому что вот первый вариант, который я вам показывал, вот эта, она была поинтересней, вот, но после окисления очень много дыр вылезло и так далее, и как бы не стал я больше мочить, и вот эти крепкие каски тоже самое. Совсем ржу снимать я не стал. Люди, кто занимается более конкретно и серьезно восстановлением, они сами сделают это лучше меня, так как это не моя фишка восстановления. Этим я особо не умею заниматься, а умею продавать. Каска мятая, М35 тоже. Ну, как я и сказал, все у меня каски сегодня представлены, это М35. Остатки от шлемника есть. Вот. Ну, покоцанный, конечно, весь тоже такой, половина буквально его. Вот, но каска сама хорошая. Клепки на месте. Где-то они, вот они. Раз. Вот тут вот 2. В принципе, выглядит относительно неплохо для своих лет. Ну вот, убираем ее в стороночку. И смотрим, что же у нас тут есть еще. Есть еще вот такая у нас касочка. Тоже мятая. А, кстати, вот эта вот каска, она уйдет у меня примерно за, ну, в районе где-то 70-90 баксов. Ее тоже я приобрел не задорого, буквально там за сколько, за 700, по-моему, рублей. Следующая каска, размер большой, довольно-таки она крупная, но тоже мятая. Жаль, конечно, не знаю, имеет смысл ее выпрямлять или нет, я тоже не стал этим заниматься. Просто также отмочил ее в щавелевой кислоте. И все, вот она довольно хорошо отмокла. Не осталось никаких набалдажников ржавых. Так только рыжий цвет. Ну, конечно, родной краски тоже уже практически нет. Немного только вот внутри осталось. И все. Эта каска уйдет где-то долларов за 50. Далее. Далее есть у нас вот такой вот экземпляр. То же самое. М35.
но уже поинтересней. Во-первых, она практически не деформирована, правильной формы, контур, все как надо. Вот. Сверху вот есть небольшие вмятинки и боевые ранения, трещины. В принципе, мне она лично нравится. Также у нее подшлемник целиком по кругу. Тоже она была вся в ржавых колтунах, очень тяжелая. Ее, по-моему, даже раза 3 или 4 отмачивал. Вот. Ну, в принципе, удалось. Лично мне она нравится. Клепки тоже все на месте. Жалко то, что не осталось подписей. Но, в принципе, ничего страшного. Вот эта вот касочка идет у меня тоже где-то в районе 80 баксов. Плюс-минус. Посмотрим, как люди будут торговаться. Убираем ее в сторонку. Так, и следующая есть вот такая касочка, ушатанная тоже. Вот она, видите, не рыжего цвета. Есть остатки родной краски. Вот, но почему она такого цвета мутного получилась? Потому что я ее передержал в кислоте. И она слишком сильно окислилась, и металл, где нет краски, стал совсем херовый и дырявый. Оно прям как решето. Вот, видно, да? Так, на свет. Как сито. Но, опять же, в чем ее плюс? Она не мятая и вся правильной формы. Все контуры ровные. Все как надо. Вот. Вот. Чисто пострадала только само железо. От ржавчины и окиси. Ну, окисляю я на самом деле каски в первый раз, потому что раньше я покупал их уже готовыми и не парился, просто перепродавал. А сейчас так получилось то, что покупаю такие, как есть. Так, ну и вот еще две осталось касочки. Так, ту сторонку пока уберем. Тоже такая вот особо не мятая, тоже вся правильной формы, вот. С дырами, естественно, но ничего страшного, я лично по этому поводу особо не переживаю, даже на такие каски найдутся свои покупатели, реставраторы, кто этим занимается. Когда каска не мятая, даже в таком состоянии, либо как предыдущая была, вся как решето, но сам контур неправильный, непомятный, их гораздо проще восстанавливать, реставрировать. Поэтому, в принципе, мне, ну, они визуально больше нравятся, чем мятые, естественно. Вот, и осталась у меня последняя касочка, тоже ушатанная, друшлаг. Вот еще и тут сгнившая половина. Ну, в принципе, еще тут макушка мятая. До кучи, так сказать, тоже взял. Как так повторюсь, беру я их не задорого, по 500, по 700 рублей. Какие-то вот, по-моему, крепкие две я взял, по-моему, по 1000. 7 касок у меня вышло там что-то порядка... А, даже дешевле получается. 7 касок у меня вышло за 4,5, что ли, тысячи. По-моему, что-то такое. Вот. Ну, по каскам все. 7 касок у меня есть. Я их уже выставил на eBay, на Etsy. Люди пишут, люди спрашивают, что вы можете увидеть у меня сейчас. Это кирпич. Вроде бы обычный кирпич, но не обычный. Это пол кирпича клейменного с усадьбы у Пеньки 19 века. Это даже не в Ленобласти, это в Новгородской области я был. И
посещал там несколько заброшенных усадьб, и вот на одной из усадьб валялся вот этот кусок кирпича на поверхности, и я решил прихватить его с собой. Так как интересная штука, вот так вот неправильно поставил, вот. Не знаю, стоит ли он пока чего или не стоит, я так для себя взял, вот. Отправлять, конечно, его накладно, он довольно увесистый, вот. Но, в принципе, для собственной коллекции пойдет. Также мне каскам в довесок насыпали две гильзы от ракетницы 42-го года. Тут сейчас на этой получше, на одной плохо видно, на этой видно получше. Вот. Тоже что-то фокус плохо ловит. Ну, короче говоря, от немецких ракетниц две гильзы и колышек от немецкой палатки. Это все тоже я уже выставил на продажу. Посмотрим, рано или поздно уйдут. Так, друзья, будем подытоживать. Все это дело у меня уже стоит на продаже. В ближайшие дни, когда я поправлюсь, снова поеду на усадьбу, где был найден этот кирпичик, и буду заниматься поисками там чего-нибудь интересного. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Друзья, кстати, прошу прощения, что в свое время не смог ответить всем, кто мне писал. Были свои семейные сложности и проблемы, и долгое время я жил не в Питере, мотался там то на малую родину, то в другой город, потом еще один город. Короче говоря, был в разъездах, и, честно говоря, было немного не до ни Ютуба, не до видео и так далее. Но сейчас моя концепция изменилась, я снова пилю видосики. Живу, кстати, я сейчас в Питере, но на летнее время, в ближайшие дни, я уеду в область и буду жить там, в деревне. Буду рассказывать не только про каски и разный антиквариат, который я буду находить. Буду рассказывать про обычную жизнь свою, показывать, что я делаю на участке. Будем делать какие-нибудь интересные штуки, ездить на копы. Буду копать сам и показывать вам. Так что, друзья, всем хорошего дня, до новых встреч!